Всем привет! Сегодня я начинаю дачный влог, который будет посвящен ежикам, цветочкам и котикам. Мы опять находимся на даче. Конечно же, мы тоже не упустили шанс и прогулялись к морю, но на самом деле гвоздем этого влога является ежик, которого мы нашли возле своего участка, накормили, напоили и, конечно же, полечили. Присаживайтесь поудобнее и наблюдайте за жителями нашей фауны. И, кстати, в конце к нам еще прибежит пить молочко котик. Хорошо, я уже хорошо. Что? Тут маме? Тут маме. Ёжик. Ой, тут вылезти не получается. Так, отходи. Я бы смотрел, когда он подбежит. Подойди ближе, за ним. Там бегает ежик, Машенька. Иди посмотри, как он бегает. Вон он бегает. Давай, камушки. Я его дать молочко. Саш, кто к вам пришел в гости? Ежик! Настоящий? Да! Да! Ты будешь молочко пить, ежик? Сейчас он тебе ответит человеческим языком. Да. А видишь, вокруг него мухи летают. Да, а почему? Да. Что ты думал, ежик? Мы тебя просто так мучили? Да. Да, так ежики пьют. Так и собачки пьют, и ежики пьют, и котенки пьют так. Язычком. Да. Ну, как он, слушай, магазинная, да? Ну, естественно, да, какое же ещё? Не, ну, просто интересно. Может, водички хотел? Оно пахнет, как молоко, да? Да, пьет молочко, да. И Маша пьет молочко. Он еще маленький, да? Наверное. Да, да. На прогулянку пришел. Представляешь, я к нам с тобой повезла. Вдома мы там у таты бачили... Кто-то его ранил, и там мухи его кушают. Да? Угу. Где ранен? Это он раненый, так что... Такой-кой. Ой, еще молочка. Ну, да, вылизывает. Ну, у него ж рана, понимаешь. Интересно, Маша, кися там такая маленькая? Ёжик, да? Да. А ежик как делает? Да, мыло. Молочко раньше... пьет. Да, а я раньше любила ежика, скажу. Да. Да, мыло. Молочко пьет, да? Да. Пейте, дети, молочко, будете здоровы. Бабушка несет еще молочко. Он вообще вылизывает. Так пьет молочко, да? Так. Класс? Да, так. Вот так, да. Как Маша пьет? А Саша пьет? Нет. Саша не пьет? Саша не так пьет. Да. Молочко, да. А ежик пьет? Не пьет молоко. Да? Не пробовал. Да? И как ты думаешь, оно вкусное? Фу. Фу? А в детстве ты пил до 2 лет? Ну, конечно же, всегда ж пьют. А ну, когда рождаются, да? Когда рождаются, всегда. Да? Да. Представляешь, дети, когда рождаются, всегда пьют молочко. Да, Саш? Но они только одно молочко и пьют, да. Да. А потом вырастают и начинают кушать все подряд, да?
Как взрослые. Там сосиски, колбасу, да, Саш? Пирожные. Ну да, что? Саш, вы где? Иду. Тебе нравится ежик? Да. Он молочко пьет? Да. Да, Маша? Да, так. Да. Ежик к нам уже третий раз за день приходит, да? Да. Да. Да, баби. Баба, а вот еще кися бегает. Да. О, Господи. Прибежала. Маша, кто это к нам пришел? Мяу. Мяу. Он еще пораненный? Да, уже мухи не летают вроде бы. Уже пошли спать. Смотри, он кушает ежик. Да, сися. Да, все пьют молочко, представляешь? Да, Саш? Да, да. Ты деловая колбаса, у тебя все кушают, да, Маша? Все. Еще? Ты отвали. Ого, какие зубы. А котик тоже так кушает, да? Да. Так же язычком? Да. Тебе нравится? Да. Уже тебе кися больше нравится, чем ежик? Мяу. Мяу-мяу, а там ежик. На этом наш влог заканчивается. Котики и ежики напоены. И детки идут спать. Всем пока.